У ефірі дискусія експертів, присвячена політичній кампанії «Вибори 2015 у Білорусі». Вітаємо вас. Я Павло Мажейко, мій колега Дмитрий Гурневич. Ближайші півгодини в цій студії працюємо для вас. Упершиню за годы незалежности непосредственно для межу Беларуси отбывается война, у якой удельничают две наши соседние державы. Это не может не уплывать на нашу Украину. Про место Беларуси в этом конфликте, и не только про то, как Беларусь уплывает на свет, как свет уплывает на Беларусь, про внешнюю политическую ситуацию в регионе мы сегодня гутрим с нашими гостями. Запрошаю поглядеть сюжет, яким мы отчиняем сегодняшнюю дискуссию и одразу вертаемся в студию. Відавочная реставрация вонково-политичных стосунков. Такий подарунок напередодні президентских выборов разом с великой імовірністю признания их международной супольностью отримал керовник Беларуси. Про анексию Кремлем украинского полуострова Лукашенко стратил статус главной руконепотискальной особы европейской частки света и навод примеров на себе роль миротворца. Негледзячы на памілаванне палітвязняў, якія фактычна былі закладнікамі ў палітычных гульнях Захадам, неразвязанымі застаюцца пытанні з правамі чалавека. Аднак у ліпені Еўразвяз двойчы скараціў чорны спіс беларускіх чыноўнікаў юрыдычных асобаў. Тады ж, пасля шасцігадовага перапынку, аднавіўся дыялог аб правах чалавека. Закрываюць адно вока, одно в ухо, глядячи на Беларусь и на те проблемы, которые существуют. И это выклик для прихильников переменов. Когда мы сейчас не пропонуем некую активную стратегию по решению проблемы, связанные с свободными и сумленными выборами, то мы, безусловно, будем проигрывать. Злученные Штаты так само разворачиваются тваром до Беларуси. Подписанный ж у червени Бараком Обамом протяг санкций, а у гэта погаджаются эксперты худшие деяния по водле инерции. Уже праз два месяца после затверждения обмежавання у Синявокую наведала делегация Конгрессу США, якая заявила про необходимость отбудовывать стосунки. Беларусь, каб захавать свою незалежность, повинна развивать свои соотносины с иншими краинами Захаду, так это Евразвязь и Украина, и так само остатние краины. Это вельми важно, как мы были, как был баланс соотносинов международных. Что правда, Беларусь для американцев – партнерка, например, у экономицы умовная. Головная шмета потепления – не допустить разрастания кризису на усходе Украины и стримать холодную войну помеж Россией и Заходом. Так ти инакш, для истного керовника Беларуси это еще одна махчимость умацаваться на посаде неизменного лидера краины. Нам, безусловно, нужно восстанавливать отношения с западными странами, в том числе с США, с Европейским Союзом, понимая, что как раз-таки значительную часть инвестиций и новых технологий мы могли бы получать именно на том направлении, но при этом нам важно сохранять стратегические отношения с Российской Федерацией. Дарэчы, Лукашенко после реверансов у бок Евразвязу из Злучаных Штатов запэўнівае, что Беларусь была и застаецца верным хаурусником Кремля, не глядячы на шматлікія информационные и харчовые войны. Мы никогда ни с кем не вели переговоры, даже за сто переговоров не садились, если перед нами ставили выбор – Россия или Запад. Россия – это наша Россия, это наше общее отечество. Між іншага, галоўную мэтую пошуку сяброў і на Захадзе, і на Усходзе для кіраўніка Беларусі па-ранейшаму застаюцца грошы. Беларускі рубель, прывязаны да расейскага, таннее. Вытворчасць і прамысловасць у заняпадзе, расце беспрацоўе. Міф пра стабільную і квітучую Беларусь імкліва развейваецца. Мы вертаемся у студию и с нашими гостями говорим сегодня про то, куды ж провела политика сегодняшней улады, вонковая политика Беларусь, где она находится зараз и куды она пойдет после, махчима, этой выборчей кампании. Сегодня у гэтым нам помогут разобраться наши гости, политолог Валер Карбалевич, витаем вас. Витаем. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Елисеев, витаем. Добрый день. Так само Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований. Добрый вечер. Витаем. И редактор аналитичного сборника «Белорусский штогодник» Валерия Костюгова. Привитание. Привитание. Одна из гучных справ в опошних дзён. Это вот махчимая авиабаза России на территории Беларуси. Справа, здаётся, вырашеная. Спадар Валер, ці з'явление вот такого военного объекта на территории Беларуси, ці канчатково означает то, что, скажем, наше геополитичное место, уплыв, находишься в уплыве России, уже как бы
канчаткова ясна і вядома. Так, звернеце ўвагу, што гэтае пытанне ўкідваецца ў медыі менавіта расійскім бокам. Беларускі бок маўчыць. І гэта тое, што гэтае пытанне ўкінута менавіта цяпер перад выбарамі, ну гэта спроба ціска на Лукашэнку. Гэта як бы пэўная ўмова. Вот вырашае праблему авіябазы, і тады падтрымка на выбарах з боку Расіі гарантавана. Ну так, гэта спроба ціску на Лукашэнка, безумоўна. Падтрымка хотел нагадать, что засюды Россия первая говорит про то, что авиабазы появятся в Беларуси. Это выходит засюды с российского боку. Тому до Андрея питание, ци, то, чем так гонорится Беларусь, навод и звичайные беларусы, что мы как бы панат усими конфликтами, мы стараемся усих, с усими сябровать, как бы иншие не сварилися. Цих это в уголе нечто актуальное, цих это все-таки мит. Я пагаджуся, канешне, са спадаром Валерам. Ніколі раней Беларусь не пагаджалася на падобныя меры, не гандліваўшыся і не выбіваўшы сабе добрыя ўмовы. Гэтая база, ну, можа пайсці ў пакеце разам з падтрымкай Расіі Александра Лукашэнкі на выбарах, плюс крэдыт з расійскага боку. Арсений, наша нейтральнасць якраз у канфлікце Расіі і Украіны, гэта... Я маю на увазе нават не удзел вайскоўцаў беларускіх ваенных дзеяннях, а хутчэй менавіта такі в сэнсе, не ведаю, палітычным. Так, гэта добра ці не, гэта нейтральнасць наша. В цэлым тот факт, што іменна сейчас этот вопрос стал на повестке дня двухсторонних отношений по инициативе Кремля, во многом свидетельствует о том, что Россия недовольна той интенсивной нормализацией, которая происходит в белорусско-западных отношениях, и, по сути, выводя этот вопрос в повестку дня, стремится торпедировать процесс нормализации. Второй момент также связан с тем, что в случае, если здесь появится российская авиабаза, а, судя по всему, ее развертывание планируется в Бобруйске, по оценкам западных аналитиков, ну, в том числе и украинских, она самым непосредственным образом является источником военных угроз для Украины. И в этом смысле это решение повлияет в том числе и на миротворческий переговорный статус Минска, как вот площадки, где пытаются стороны найти выход из украинского кризиса. Валерия, на вашу думку, вот это слово, которое прозвучало, нейтральность, это так само... Не ёсць у пэўным сэнсе, ну, праект, скажем так, Москвы, таму што для Расіі гэта вось эксперты не раз падкрэслілі за апошні час перад выбрамі, вельмі выгадна мець такую быццам бы нейтральную Беларусь, праз якую можна камфортна вырашыць шмат якія пытанні. Таму што як бы там ні было ў выніку, ў палітычным сэнсе, Беларусь заўсёды на баку Расіі. Безусловна, Беларусь з'яўляецца саюзніцай Расіі, в том числе и военно-политической, однако в военно-политических конфликтах России она участия не принимает. И говорить, и понимаете, Кремль все время что-то хочет от Беларуси, и каждый раз мы балансируем буквально там на грани, как будто бы уже какого-то очередного шага. А ли Кремль, пробачьте, эти Кремлю потребны так само удел в военной Беларуси, в таким конфликте, например, с Украиной, коли он сам спрашивает то, что его войска не мало в Украине? Стоим, это и не потребно, тому Беларусь и не вымушена идти на такой крок, потому что навокол нема ниводной краины в свете, бодай, якая примала удел, як бок в этом конфликте. Нет, конечно же, речь не идет, наверное, ну, я вообще говоря не знаю планы Кремля, прямо скажу, но не думаю, что речь может идти именно о непосредственном вовлечении наших военных сил в конфликт. Но какие-то площадки для точечных атак, как, собственно, они осуществляются со стороны России, это было бы довольно-таки удобно. И я хотела бы напомнить просто еще такие, вот просто какие-то страницы истории. Во второй срок правления Путина в России конституционный акт Союза Беларуси и России был готов на 99%. То есть оставалось меньше шага до полноценного союзного государства. Вы когда последний раз вообще слышали про этот конституционный акт?
Не, есть иншие формы привязывания Беларуси до России. Это так, и мытный союз, Евразийский экономический союз. И всякий раз мы как будто бы вот-вот уже должны слиться в какое-то более... Это заслуга керавництва Беларуси, и все ж таки в певном ненастойливости Кремля? Я думаю, что, наверное, и того, и другого. Ну, то есть, да, Кремль не переходит какие-то границы, в частности, например, не использует силу для принуждения к таким союзам, но не понимаю, почему здесь нужно искать, чья это заслуга. Это стечение, это следствие политики Кремля и следствие политики Минска. Давайте зараз поглядим, что звычайные, простые белорусы думаете на конт нашего места у свете, где оно повинно быть и где оно зараз. Со всей Европой дружить нужно и сотрудничать. Не смотреть дальние страны эти, Африку и все. Европу надо. С Россией. А почему, не знаю. Не знаю, потому что мы все славяне, наверное. Западный мир на данный момент проводит очень агрессивную политику по отношению ко всем государствам. Достаточно посмотреть на то, что они сотворили на Ближнем Востоке и в Африке, в Северной. То же самое ожидает, очевидно, и нас, если славяне не будут вместе. Со странами СССР они более ближе, и народ также самый близкий, хоть Россия, хоть Украина, вот. И как бы сплотиться побольше, все люди, ну, более такие близкие. Ну, а потом уже с Западом, знаете, как бы на Запад не сильно смотреть. С Россией все, с кем еще? Китай? Ну, не Америка точно. Россия, потому что Россия как бы друг. Это мы победили Великую Отечественную войну благодаря России. Потом, ну, Китай тоже хорошая страна. Китай. Чтобы сохранить нашу независимость. Потому что их больше всех на свете. Вот кого нужно бояться, китайцы. Выгоднее всего сохранить именно нейтралитет как по отношению к Западу, так и к Востоку, чтобы, ну, на этом получать хорошие дивиденды. Мы знаем, какова у нас история была, чтобы мы постоянно попадали вот в такие неприятные ситуации. И для того, чтобы избежать всех возможных конфликтов, нужно поддерживать добрые соседские отношения с любой страной. Валерія паспрабавала, закранула нават старонкі гісторыі. Я паспрабую яшчэ глыбей капнуць. І ў некаторых князёў вялікіх літоўскіх было такое, як бы, акрэсленне знешняй палітыкі, так? Тагачаснай нашай дзяржавы. Напрыклад, там, абарона на захадзе, наступ на ўсходзе. Андрэй, калі сёння паспрабаваць у такой форме акрэсліць, што сёння з сябе ўяўляе знешняя палітыка? Сейчас, в общем-то, не стоит вопрос, какой-то интриги перед выборами нету. Вот что будет после выборов с внешней политикой Беларуси? Если каких-то чрезвычайных происшествий не произойдет, каких-то непредсказуемых действий со стороны России, то каких-то поползновений не ожидается. То есть сейчас Запад не намерен Беларусь выкупать, так бы сказать. У него свои проблемы миграционные, экономические. Беларусь сейчас вступила в Евразийский экономический союз, стала более привязана к России. Поэтому объективно предпосылок к изменению вот такой политики, формально многовекторной, на самом деле с креном большим в сторону России, была и вряд ли поменяется в ближайшее время. То есть сегодняшняя, если я правильно вас разумел, такая сегодняшняя, но больше мягкая политика Европы в дочинении до режима в Беларуси не означает, что после даты выборов, ну, будет некая, ну, подтягнется некая певная европеизация Беларуси, я не верю. Нет, не означает. Это будет означать, скорее, если пойдет далее отношения, нормализация, решение каких-то более приземленных вопросов. Например, поскорее решить вопрос с упрощением визового режима и продвижением к безвизовому, запустить, в конце концов, малое приграничное движение, безвизовое приграничье с Литвой и Польшей. Возможно, поднимется вопрос подписания, наконец-таки, базового соглашения о сотрудничестве с Европейским Союзом, так называемого соглашение о партнерстве и сотрудничестве. И в таком случае Беларусь еще и станет полноценно участвовать в восточном партнерстве. То есть речь идет о том, что могут развиваться какие-то такие более приземленные
отношения, двухсторонняя повестка дня более приземленная, но здесь мы не говорим о каких-то сейчас знаках, что Беларусь может резко сменить свою внешнюю политику, пойти на Запад. Нет. Арсений, мы бачили у сюжете про певное так потепление, скажем, мовно, с краинами Захода, приватности США. На вашу думку, это не есть... То есть такое традиционное потепление напередодні так званых президентских выборов, все ж таки это такой поворот, который ну, не останется незаваженным в нашей политике замежной. Нечто реальное. Да, я здесь склонен считать, что оба аргумента они имеют место быть. Действительно, традиционно у нас к выборной кампании президентские отношения с Западом теплеют, но все-таки сегодня к этому обстоятельству добавляется и вот этот новый стратегический контекст, который обусловлен как вот украинским кризисом, так и последствиями его в виде так называемой новой холодной войны. И если вы обратите внимание, то вот интенсивность нормализации отношений с Западом, которая сейчас из разряда дипломатической разрядки уже в принципе после освобождения политических заключенных переходит в стадию нормализации, она усилилась по сравнению с 2010 годом. И, конечно, здесь очень важное значение сыграл именно внешнеполитический контекст. Беларусь отримала как бы авансом фактически это подцепление за, между іншим, так званые Минские погоднения. Але Петр Порошенко уже заявляет про то, что больше никаких Минских погоднений не будет. Чем еще вот сегодняшняя влада Александра Лукашенко может, скажем так, притягнуть або подцеплять отношения с Заходом? Ну, прежде всего, это сохранение военно-политического нейтралитета, о чем я уже говорил чуть ранее. Для Запада это гораздо важнее, чем даже тот факт, что Беларусь выступила таким дипломатом, миротворцем и усадила всех за стол переговоров. В принципе, мы видим, что Минские соглашения сегодня не выполняются, и, к сожалению, существуют очень веские причины считать, что они будут сорваны уже вот как раз в октябре-ноябре в связи с новой широкомасштабной эскалацией ситуации на востоке Украины. И, пожалуй, сегодня самый главный вызов для белорусских властей — это сохранение вот этого нейтрального статуса, потому что именно вот эта позиция, она уже в какой-то степени обеспечила легитимность Александра Лукашенко на международной арене неформально. И именно эта позиция будет определять вот эту формальную легитимность Александра Лукашенко уже после президентских выборов. Но, как я уже говорил, в принципе, в Москве эту ситуацию очень хорошо понимают. И я здесь не соглашусь с тезисом о том, что вот в данных конкретных условиях Москва заинтересована в том, чтобы Беларусь оставалась такой нейтральной, где она сможет решать свои проблемы. Потребно от Беларуси. Вы лишите, что она может утягнуть военный конфликт? В том числе и для этого, и не просто так вопрос о создании российской авиабазы стал на повестке дня вот так неожиданно, потому что белорусская сторона достаточно четко посылала российскому руководству сигналы о том, что не время и не место обсуждать сейчас эти вопросы, как заявил наш министр обороны. И тем не менее, несмотря на это, Москва вот эту тему форсирует и явно пытается прощупать лояльность Александра Лукашенко с одной стороны, с другой стороны вот оборвать вот этот процесс нормализации отношений с западными странами, опять же, снизить интерес Китая к Беларуси, потому что Китай заинтересован в том, чтобы Беларусь оставалась максимально независимым с военно-политической точки зрения государства. Это важно с точки зрения реализации вот этого масштабного проекта экономического пояса «Шелкового пути». И Россия это все понимает. И вот та группа хардлайнеров, которые находятся в Кремле, они приблизительно аналогичным образом сейчас воспринимают наши внешнеполитические движения в сторону Запада, в сторону Востока, как они это видели в действиях Януковича перед саммитом Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 года. Спотар Валер, я хотел бы еще вашу думку как раз почуть. Как вы оцениваете вот эту интенсификацию, да, интенсивность белорусско-европейских отношений в последний час? Что это, спроба
знайсці другую ногу, так, в этих замежной политике? Ці все ж таки гэта, ну, спроба дысці ад уплыва Росії, что? Калі казаць про позицию белорусских уладов, то тут некалькі задач стоїць перед ними. Першая – чуть-чуть дистанціюватися от Росії, чуть-чуть трошки зменшить залежність от Росії, зменшить уплыв російський на Білорусь. Тому що діяння Росії в Україні показали, що вельми тісні обдымки небезпечні. Вось. І тому як би знайти трошки некі кропки опори з другого боку, з боку іншого геополітичного центру. По-друге, гэта сапраўды размарозіць адносіны з Захадам па эканамічных прычынах. Третя причина – гэта спроба шантажа Росіі. Мовляв, не дадите нам грошей, пойдем на Захад. Тому платите больше, платите частей і у больших об'ємах. Ну і нарешті четверта причина, хучей така психологічна. Олександру Лукашенку хочеться їздити по європейських столицях. Йому хочеться їздити, кататися на лижах не тільки у Сочі, але й десь у Альпах. Ще десь йому психологічно важливо зустрікатися з європейськими політиками. Бо некоторі його рідкі візити на Захад, у ту ж Вільню, у 2009 році показали, як для його це важливо психологічно. Так, поширення таких, розвиття таких відносин білорусько-європейських завжди раніше мало на увазі певну політичну лібералізацію України. Тобто те, що ми бачимо, от визволення політв'язнів, так, це все... Что, на что готовы пояснить? Это все, что потребует Европа от Лукашенко? Я думаю, что теперешняя спроба нормализации отношений с Заходом, она будет иншая. Этой спробе не будет сподорожничать внутриполитичная либерализация. Я думаю, что вызволение политвязнев, ну и больше-меньше, так сказать, без репрессий проведения выборчей кампании президентской, это та межа, далее якой улады на врате пойдут. Вось. Это связано с тем, что... По-перше, Захад по геополітичним причинам не настоює на більш паркій лібералізації. Тобто тепер проблеми прав чоловіка і демократії фактично винесені за дужки відносин поміж Білорусією і Заходом. І по-друге, у Лукашенки якби вельми змрочні успоміни про минулу спробу лібералізації. Він лічить, що події 19 снежня зв'язані з тою лібералізацією косметичною, якая была напередодні минулых президентских выборов. И он зарабил с этого выснову, что этого допускать больше нельзя. И третья причина – это украинский Майдан. Лукашенко лічить, что головный урок, який он вывел из украинского Майдану, это треба душить у зародыши любую спробу протесту. И тому, я думаю, что на этом разом никакой внутриполитической либерализации в Беларуси не будет. Валерия, ці есть у свете держава, в уголе союз держав, які сапраўды хотел бы притягнуть Беларусь от России, где есть политическая воля для этого? Вообще-то говоря, Европейский Союз прямо не зазывал к себе восточноевропейские страны, а это они настойчиво стремились в Европейский Союз. Беларусь вовсе не демонстрирует такого стремления и никогда не демонстрировала. Так, я разумею, и они не дбают про наши интересы, а лети у их нам интересы сегодня притягнуть Беларусь на свой бок. Кажется, короче, чему потребны им? Я же говорю, что эта ситуация конкуренции, она целиком иллюзорная. Коли не Россия, то кто может быть гарантом? Я от государств западных, прежде всего Соединенные Штаты, и не только западных, прежде всего Китай, заинтересованы в том, чтобы Беларусь сохраняла максимальный нейтралитет, особенно военно-политический. Как в связи с стратегической повесткой дня, так и с той повесткой дня, которую нам предлагает сегодня Китай, а это и такое достаточно глубокое участие Беларуси в экономическом поясе шелкового пути. Так это нейтралитет, да. Навод готовые отрывать долей и режим. Единственное, что вот есть один игрок, а это именно Россия, которая воспринимает сегодняшнее положение вещей через призму игры с нулевой суммой, то есть через призму конкуренции за сферы влияния. И, к сожалению, Беларусь, она во многом заложник вот этого восприятия с российской стороны.
по той причине, что вот эта вот группа радикальных российских политиков, которые стояли за крымским сценарием, за дестабилизацией на востоке Украины, она воспринимает нормализацию отношений с Западом и усиление связи с Китаем как угрозу для российского влияния здесь, в Беларуси. И мы, скажем так, не совсем знаем, как будет реагировать Россия, когда с ее точки зрения будут пересечены вот эти красные линии. Ну, до речі, питання логічне, абсолютно, мені здається, що чи є погроза, чи існує погроза незалежності білоруської. Ось у тим контексті, про який казав Арсеній. Андрій. Я лічу, що гіпотетично, звісно, є, але думаю, що це маловірогодний сценар. Принамсі, покуль такий симбіоз білоруських владів і російських владів задовольняє і тих, і других. Коли вертатися ось до питання Куби, чому Куба менавіто зараз почала поліпшати відносини з Сполученими Штатами? Як тільки обринулися ціни на нафту, бо економіка Куби не дієздольна, і вона виживала за кошт допомоги Венесуели на добрий лад. Як тільки кошти обринулися, значить, гроші стало менше, і одразу почалися відносини розвиватися з Сполученими Штатами. Те ж саме, подобна ситуація в Білорусі назирається часом у відносинах з Росією і Заходом. Коли у Білорусі зовсім не стає грошей, коли ресурсов з Росії тяжко витягнути, тут уже Білорусь йде на нейку лібералізацію, визволення політичних зневолених, аби тримати кредит на ВФ. Тут нейка логіка, до речі, подобна вельми ось у поліпшенні відносин Куби з США зараз і у тим, що зараз у тяжким економічним становищі Білорусь, аби поліпшив свої шанси на тримання кредитного МВФ, раптом визволяє політичних зневолених. Є погроза незалежності, Максима, там додам просто, від кого вона виходить? Ну, калі казаць пра вот гэтую сітуацыю канкурэнцыі і два геапалітычных цэнтры, Расія і Еўропа, спрабуюць канкураваць, спрабуюць кантраляваць вось гэты рэгіён усходняй Еўропы. Але тут ёсць праблема. Расія для таго, каб утрымаць пад кантролем вось гэтую тэрыторыю, не шкадуе ресурсу. Не шкадуе ні грошай, Януковичу 15 мільярдаў готова было заплатіць Расія, прыміняе сілу, вось што мы бачым ва Украіне. А Еўропа ж спрабуе утрымаць гэты кантроль толькі дзякуючы прыцягальнасці еўрапейскіх каштоўнасці. Апошнія падзеі паказалі, што гэтага фактара вельмі недастаткова, каб канкураваць на роўных з Расіяй за кантроль над гэтай тэрыторыі. Што тычыцца незалежнасці? Ну, я не думаю, што юрыдычная незалежнасць Беларусі пад пагрозай. Я такого не думаю. Тут пытанне пра ступень залежнасці ад Расіі. Вось тут гэта пытанне стаіць даўно, увесь час існавання беларускай незалежнасці. Яно будзе стаяць і далей. І тут ідзе якраз спрэчка пра ступень гэтай залежнасці. Расія спрабуе гэтую залежнасць умацаваць, беларускае кіраўніцтва спрабуе гэтую незалежнасць павялічыць. Па тым прычынам, па якім, так сказаць, любы усемагутны ўладар на тэрыторыі краіны не хоча, каб кантроль за гэтай тэрыторыі быў некі знешні. Лукашэнка не хоча дзяліць сваю ўладу на тэрыторыі Беларусі. Зразумела, што ён спрабуе гэтую незалежнасць утрымоўваць і не дазваляць Расіі вельмі моцна прэтэндаваць на гэтую незалежнасць. Таму гэта перацягванне каната, яно будзе ісці далей. Я хотів би долучитися нашу студію до дискусії на конт геополітичного вибору Білорусі. Максима, це в певному сенсі цивілізаційний вибор. Коли у вас є що сказати, запрошаємо до мікрофона. Представтеся, коли ласка. Куди має йти Білорусь, другий шерах? Коли ласка. Я б хотів прокоментувати ілюзію, яка складається зараз у знішніх гульців на конт того, що білоруські влади переорієнтуються на Захад чи на Усход. Насамрэч, треба ведати глибоко совєтський менталітет білоруської влади і значні частки, до речі, білоруського громадства.
З их пункту гледжання, ті конфлікти, які зараз відбуваються в Україні, там, у Осетії раней, це все прояви громадянської війни на території Совєтського Союзу. І умішуватися туди, становитися на нейкий бок, той чи інший, вони не хочуть. Ні влади, ні значної частки білоруського насельництва. Коли конфронтація пройде по лінії геополітичного розлому Захід-Усход і узнікне проблема глобального супротистояння, гарячого супротистояння, просто холодного, тоді, безумовно, буде однозначно прийнято рішення йти в одні окопи з Росії. Таке моє міркування. Дякую, великий. Можна одразу в ответ коментарі небольшой. Діло в тому, що на Западі ніхто не збирається, ну, по крайней мере, нинішня адміністрація президента Барака Обами в США, да, или нынешнее руководство Европейского Союза не собирается разворачивать Беларусь и каким-то образом перетягивать там в евроатлантические институты. Там очень хорошо отдают отчет, какие могут быть последствия, и, собственно говоря, там из украинского кризиса эти уроки вынесли уже. Речь идет о том, что Запад вынужден поддерживать нейтральность Беларуси вот в этих новых стратегических обстоятельствах. И вот небольшой знаете, комментарий. Але выходит то, что, в принципе, Беларусь осуждена заставаться у поля уплыву России назаусёды. И это только будет взмацняться, потому что один военный объект, затем другий военный объект. И, в принципе, когда мы сегодня говорим про это, про внешний политический курс державы, все сводится до одного. Беларусь без России никогда не будет. Я хочу сказать, что, скорее всего, вот эти выборы – это такой своеобразный час X для белорусской независимости и реального суверенитета по той причине, что вот достаточно проанализировать недавние учения военные в рамках коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, учения сил специальных операций Беларуси, России, Сербии, Славянское братство 2015, чтобы увидеть тот факт, что в принципе Россия, она готова к возможной общественно-политической и военно-политической дестабилизации обстановки на территории Беларуси. И для того, чтобы вот эту обстановку нормализовать, она готова в том числе вмешиваться и военно-политическими средствами под видом ОДКБ или под видом мандата там, объединенной группировки войск какой-то и так далее. То есть мы видим, что в целом Россия прорабатывает достаточно жесткий сценарий. И, конечно, это нужно иметь в виду. И я думаю, что вот то, как будет развиваться ситуация с базой российской, окончательно расставит акценты и определит нашу внешнюю политику уже, ну, наверное, на следующее пятилетие. Господин Яркалиновский. Я хотів би звернути увагу на більш глобальну проблему. Справа в тому, що білоруські влади нам казали, що вступлення у Євразійський економічний союз дасть новий штуршок економічного розвитку України, відкривається велізарний ринок, і увогалі хутко цей союз об'єднається з Європейським союзом, інтеграція і так далі. А що відбувається тепер? А теперь мы бачим, что вся постсоветская простора, и Беларусь, и Тымлику, и Россия, и Украина оказалась в глубоком кризисе, в депрессии. Ситуация развивается так, что оказалось, что постсоветская простора в вогуле не здольна до модернизации, не здольна створить сучасную экономику. И как бы это зрозуметь, просто надо поглядеть на Китай. За 20 годов после распада Советского Союза, який рывок зробив наперед Китай, и у якої ситуации оказались, так сказать, и Беларусь, и Россия, и Украина. То бок, мы сегодня цивилизационно привязаны до региона, который находится в упадку, и этот кризис поглубляется. Россия сегодня нагадывает Титаник, який, так сказать, с великой хуткостью несется на некие скалы. Добро, то бок, отримливается, что сегодня самый час элитам, белорусским элитам шукать іншого вибору. Ну, білоруські еліти, на жаль, на гэта просто не здольні. Я маю на увазі керовні еліти. Вони живуть сьогоднішнім життям, вони живуть проблемами ближайших півгода і не далі. Тому казаць, розлічувати на те, що білоруські еліти здольні на модернізацію, ну, це абсолютно не так.
Валерия, есть альтернатива некой внешней политики Беларуси? Ну, конечно. Вообще, вот это не стоит говорить в терминах выбора. У нас сейчас совершенно асимметричная внешняя политика. Она целиком пророссийская. С ЕС у нас нет даже базового договора о сотрудничестве. То есть это наши отношения с ЕС хуже, чем у России с ЕС. И сейчас идет какой-то процесс нормализации, который, возможно, если пройдут нормально выборы, завершится именно просто восстановлением отношений до минимума, минимально возможных отношений. Это, ну, добрососедских, что ли. И это не выбор цивилизационный, это просто восстановление баланса, и, вернее, только самое начало восстановления баланса, потому что политические отношения совершенно не соответствуют торговым отношениям нашим с ЕС. Угу. То есть они просто значительно на более низком уровне находятся. Андрей Табок, давайте радоваться тому, что есть, и все ж таки, ну, некие сподзевания на то, что... Маем мы право сподзеваться на то, что все ж таки эти изменения будут, ну, некие больше открытость на Европу будет больше. Конечно, мы маем право сподзеваться, коли не маем права сподзеваться, что у нас остается. Конечно, мы мусим развивать отношения с Европейским Союзом и вырашать пытанні бягучыя, прынамсі візавыя, па-другое, базавае пагадненне, пра якое сказала Валерія. Але нам не выпадае зараз спадзявацца на нейкі рэзкі пераварот у замежнай палітыцы, бо калі раптам Беларусь падыме пытанне пра выйсце з Еўразійскага эканамічнага саюзу, то гэта будуць надзвычай вялікія эканамічныя наступствы і палітычныя наступствы для Лукашэнкі. Таму гаворка ідзе пра сапраўды развіццё базавых, паступова нармалізацыя і вырашэнне асноўных бягучых праблемаў з Еўрапейскім Саюзам, не пра змену ў замежнай палітыцы татальна. Калі студыя хоча далучыцца, ёсць апошняе права голасу расставіць кропку над і, калі ласка. Тут я вяртаюся да базы, безумоўна. Пакуль яе яшчэ няма і пагадненне не падпісана, колькі яно будзе цягнуцца, каб гэта база стварылася, невядома. Можа, 2 гады, можа, 10 гадоў, як бы там ні было. Але на той момант, калі пагадненне будзе, калі яно будзе падпісана, то, як мне падаецца, вот гэтыя ўсе адразу добрыя пачуцці, якія ўзніклі паміж Беларусію і Еўрасаюзам, адразу анулюецца. А гэта аўтаматычна паверне нас ізноўку ў бок да Расіі. І тут вельмі небяспечны момант, як мне падаецца, што калі следам за гэтай авіабазай, а ёсць ужо ў планах гаворкі, што каб пашырыць наша тут вот такое абарону гэтых заходніх рубяжоў нашага сумеснай там прасторы, то зрабіць яшчэ і сухапутную нейкую базу. І калі тут раптам з'явіцца групоўка расійскіх войск, там база якая-небудзь, там якіх-небудзь 50 тысяч чалавек, то это магчымы паўтор крымскага сцэнару. Дзякую, вялікі змісер. Коротко, ці ёсць жаданне адрэагаваць? Я не думаю, что нават калі авіабаза расійская з'явіцца, гэта так уж кардынальна паўплывае на адносіны Беларусі з Захадам. Так, працэс размарожвання, нармалізацыі трошкі можа затармозіцца, но радыкальна гэта наўрад ці нешта памяняе, таму што ёсць геапалітыка, ёсць геапалітычныя чыннікі, якія галоўным чынам зараз уплываюць на адносіны Беларусі з еўрапейскім звязам, яны будуць заставацца тымі ж самымі. Дякую великі за удзел. Гасцямі нашай сённяшняй студыі былі Валер Карбалевіч, Андрэй Елісеяў, Арсен Сівіцкі і Валерій Кастухова. Дякую великі. Для вас сёння працавалі ў студыі Белсата. Я Дмітрий Гурневіч, Павел Мажэйка. Дякую за тое, што вы былі разам з намі. Гэта была трэцяя і заключная частка цыклу нашых перадвыбарчых дэбатаў пад назвай «Палітычная кампанія выбары 2015». Але заставайцеся на Белсаце, сачыце за расклады нашых праграм на сайце belsat.eu, а таксама на сайце Навіны BY. Дзякую, што былі разам з намі. Бывайце!